Всем доброго времени суток. Недавно получил вот такой вот подарок от Сереги. Ссылку на его канал я оставлю в описании видео. Ну, в общем, вот такой вот пылеотвод новой модификации. Вот и логотип канала на его продукции. Как вы видите, здесь уже все в сборе. И ничего клеить не надо, как в предыдущей версии. Для теста мы возьмем болгарку от Bosch. Пылеотвод одевается на кожух болгарки. Ну и тут видно, что угол наклона пылеотвода значительно изменен в лучшую сторону по сравнению с предыдущей версией. Пилить будем натуральный камень, что немного затруднит задачу. Закрепим пылеотвод к болгарке. Затем подсоединим пылесос. Вот так вот это выглядит. Итак, включаем болгарку. Одновременно срабатывает и пылесос. Попробуем снять фаску. Снимает неплохо, но надо немного доработать черепахой. В принципе, получается неплохо. Немного допускаем сколы, так как это предусмотрено дизайнером. Как вы видели, пылеотвод справляется со своей задачей на отлично. Далее попробуем порезать на плиткорезе. Режет отлично. Я даже не ожидал, что плиткорез справится. Теперь снимем фаску на резаной стороне. Подработаем черепашкой, имитируя сколы. В принципе, получается неплохо. Тут у меня еще одна посылочка пришла от Сереги.
тоже пылеотвод, но немного модифицированный. И еще один пылеотвод для черепашки. Интересно будет протестировать. В наборе имеются переходники разной толщины, то есть пылеотвод подойдет к любой болгарке, так что скоро будем тестить. Ну а в следующем видео мы будем укладывать рабочую стенку на кухне из натурального камня. А на сегодня у меня все, всем пока, спасибо за внимание.